Музыка со звуковой дорожки. Здравствуйте, дорогие путешественники по звуковым дорожкам. С вами ваш гид и попутчик Аркадий Зильберман. Сегодня мы с вами вернемся к теме оперетты. Но прежде всего я хочу ответить на вопрос, заданный мне после программы о фильме «Мистер Икс». В этой программе я сказал еще об одном кинофильме, в котором снялись артисты и исполнители главных ролей фильма «Мистер Икс» Марина Юрасова и Георг Отц. Вопрос заключался в том, что это за фильм, потому что слушатели его не нашли, и о каком романе главных героев шла речь. Музыкальная комедия «Случайная встреча» была снята на студии «Таллинфильм» и вышла в 1961 году. Одним из сценаристов фильма был замечательный эстонский актер Юрий Ярвет, который сам в фильме не играл. В кинофильме звучит очень красивая музыка композиторов Уно Найсо и Эдгара Арро. Послушайте песню о Таллине из музыкальной комедии «Случайная встреча» в исполнении Георга Отца. Ooh.
Это была песня о Таллине из кинофильма «Случайная встреча» в исполнении Георга Отца. Я уже говорил, что отношения главных героев на съемках фильма «Мистер Икс» переросли в роман. Может, и это сыграло свою роль в потрясающем успехе фильма, потому что, например, знаменитый дуэт «Кумир мой» звучал так радостно и искренне, потому что его пели друг другу не Теодора и Этьен Вердье, а Георг Отц и Марина, в действительности Нина Юрасова. Ниной и называл ее Георг Карлович. Я знаю, что сегодняшнее увлечение личной жизнью артистов чаще всего уводит далеко от реальной оценки их творчества, потому что о творчестве говорить нечего. Но не в таких случаях, потому что именно недоступные многим другим творческие высоты заставляют задумываться о человеческих качествах кумиров миллионов, и часто в их личной жизни мы пытаемся найти секреты успехов. Но жизнь Георга Отца – это готовый сценарий фильма. Представьте себе молодого человека, который с ранней юности проявлял недюжинные вокальные и музыкальные способности. Кроме пения, прекрасно играл на фортепиано, тромбоне, флейте. Окончил французский лицей, хорошо знал французский, немецкий, русский, английский и итальянский языки. При этом был очень хорошим спортсменом, фехтовальщиком и баскетболистом. В 1939 году он стал чемпионом Эстонии по плаванию в дистанции 1500 метров. Отц окончил военное училище, но решил учиться на архитектора и даже отучился один год в техническом училище. Все эти достоинства, плюс то, что он был сыном известного не только в Эстонии, но и в Европе оперного певца, не могли не сделать его очень популярным у представительниц прекрасного пола. И была большая любовь, и брак с любимой женщиной, дочерью богатейшего в Эстонии виноторговца. Но когда отца призвали на войну, и вскоре молодой жене сообщили о его гибели, такое тоже произошло в биографии артиста, любимая жена Маргот приняла новость с облегчением, так как в это время у нее был роман с адъютантом начальника германской комендатуры, с которым она и покинула Эстонию. После войны Георг Отц пытался найти счастье в новом браке, женившись на балерине Асте Саар. У них было двое детей, сын Юла и дочь Юлы. Но Георг Карлович был все время открыт для любви и новых отношений. Это были не интрижки, а вечные поиски любви. И даже жена Аста, цыганка по происхождению, 20 лет пыталась принимать мужа, каким он был. Поэтому вполне объяснимо, что такой интересный и красивый человек, выдающийся артист, не мог не увлечь 25-летнюю актрису Юрасову. Их роман, начавшийся на съемках фильма «Мистер Икс», продолжился и на съемках фильма «Случайная встреча». Отц и Юрасова не собирались доводить роман до дальнейшей совместной жизни, хотя семья Георга Карловича недолго еще продолжала существовать. Артисты сохранили теплые отношения друг к другу и считали историю своей недолгой любви одним из прекрасных, ярких, сказочных эпизодов своей жизни. А менее чем через 5 лет после описанных событий Георг Карлович женился на известнейшей в Эстонии манекенщице, или, как сейчас говорят, модели. Я думаю, что режиссер фильма Виктор Невежин правильно рассчитал использовать в музыкальном фильме дуэт, который имел у кинозрителей грандиознейший успех. К сожалению, государственным деньгам, выделявшимся на кинематограф в Советском Союзе, прилагалось немалое количество вредных паразитов-чиновников, которым такая мелочь, как финансовый успех, в расчет не принималась. Иначе такую поющую пару, как Отц и Юрасова, ожидало бы будущее не менее плодотворное, чем у Дженнет Макдональд и Нельсона Эдди. Я бы с удовольствием рекомендовал всем посмотреть фильм «Случайная встреча» 1961 года, но я его не нашел на русском языке. Фильм, разумеется, был на обоих языках, русском и эстонском. Я его смотрел на эстонском, так как русский вариант Эстония хранит, как Кощей собственное бессмертие. Но песни были только на эстонском. Юрасова оперная певица, а опера почти всегда исполнялась на языке оригинала, тем более что по фильму актриса играет певицу, приехавшую в Эстонию на песенный конкурс.
Режиссер Невежин снял совершенно классическую музыкальную комедию образца 30-40-х годов. И это комплимент. Вообще в Советском Союзе была плеяда очень сильных режиссеров, которые, тем не менее, были недооценены, и имена их не гремели на просторах большой страны. Это были люди, создававшие национальное кино. Виктор Невежин был одним из них. Московский актер и режиссер Невежин в 30-е годы и до войны работал на «Армен-кино», «Таджик-фильме» и «Монгол-кино». Во время войны в Киевской студии кинохроники, а после войны немного в Свердловске, потому что во время войны туда переместились хорошие кинематографические силы, и нужно было после возвращения большинства из них в Москву и Ленинград сохранить в Свердловске хорошую кинофабрику. Затем Виктор Невежин до конца жизни работал на «Таллинн-фильме». Можно подумать, что это был средненький режиссер, которым дыры на окраинах затыкали. Но нет, наоборот. Нужны были люди, создающие в национальных республиках идеологически правильно сделанные фильмы, которым будут верить местные жители. А для этого нужно было изучить не только обычаи, музыку и эстетические приоритеты народа, но еще понять их психологию и ментальность. И в результате фильм должен быть настолько талантливо сделан, чтобы местные жители смотрели его как правду жизни и принимали новую, в целом чуждую им идеологию. Тот, кто сомневается в гениальности таких режиссеров, пусть попробует хотя бы одного знакомого убедить в том, что плохие родители его воспитывали неправильно, что образование он получил ложное, и все его мировоззрение нужно кардинально менять. Хочу видеть результаты такой работы. Думаю, что они будут четко видны на лице убеждающего. Фильмы Невежина о безотрадной доле эстонского народа в капиталистическом рабстве, а также о героической борьбе этого же народа с фашизмом, были очень сильными и убедительными. Я видел два и готов подтвердить, что как кино они сделаны безупречно. Кстати, для одного из фильмов, в котором Георг Отт сыграл бывшего батрака, взвалившего на себя обязанности председателя колхоза, артист учился вручную пахать землю. Я знаю, что представители центральных российских каналов обращались в Эстонию по поводу проката фильма «Случайная встреча» на русском языке, но ничего не вышло. Сложно говорить о людях, у которых ненависть выше здравого смысла, но это правда. Мы же знаем, что певицу Милли Цукориус не признавали в Эстонии только из-за ее русско-украинского акцента. И было это задолго до оккупации. А фильм «Случайная встреча» приятно смотреть, потому что он снят в самом начале оттепели. Никакой политики и идеологии, нет отрицательных героев. Зато показана красота старого Таллина, красивые люди, одетые так, как одевались в то время только за границей, яхт-клубы, доступные практически всем желающим. Почему бы это не показать? Хотя, может быть, именно такую киноидиллию в составе СССР и нужно срочно забыть. Мы же можем послушать дуэт Георга Отца и Марины Юрасовой из кинофильма «Случайная встреча». Meil midagi polnud, kuid äkki on kõik.
Прозвучал дуэт из кинофильма «Случайная встреча» в исполнении Георга Отца и Марины Юрасовой. Не хочется прощаться с мистером Икс и Теодорой Вердье, тем более, что о фильме «Мистер Икс» и о режиссере Хмельницком, актерах фильма и даже о самой музыке есть что рассказать. Поэтому мы будем возвращаться к музыкальным номерам из этого фильма в разных программах, и я с удовольствием буду добавлять интересные факты. Даже несмотря на мое личное неприятие фильма «Дружинина и принцесса цирка», он существует и даже имеет своих поклонников, поэтому когда-нибудь и об этом поговорим. А мы перейдем к спектаклю, с которого, можно сказать, началась новая история советской опереты. Это «Холопка» композитора Стрельникова. Но и этот спектакль окружен тайнами. И самое первое – это странная полулегенда о том, что артиста, а во время войны даже руководителя ленинградской опереты Яната, хранился клавир принцессы цирка с зачеркнутыми названиями и переработанными либретто на немецком языке, с названиями «Принцесса Холопка», «Холопка» и тому подобное. И все истории, связанные с постановками принцессы цирка и холопки, в прессе начинают с этого самого клавира. Но роль его так и непонятна. Если ноты принадлежали Кальману, то это означает только то, что он пробовал разные темы для либретто, пока два австрийца не вырастили клюквенное дерево, о котором мы с вами уже говорили. Причем тут московская постановка «Принцессы цирка». Если клавир принадлежал кому-то из советских либретистов, пытающихся изменить австрийский клюквенный текст на что-то удобоваримое, то такими манускриптами могут похвастаться почти все музыкальные театры, от бродвейских до областных. Но главное, что с этого клавира начинают поклонники Ленинградского театра оперетты историю своего замечательного театра. И пишется эта история так. Пригласили на переделку опереты Кальмана «Принцесса цирка» композитора Николая Стрельникова. Переделка шла прямо по тому самому клавиру, о котором шла речь выше. Переделали весь текст, перенеся действие в Россию 18 века. Потом посмотрели, что текст с музыкой расходится. А так как некоторые арии уже были написаны, то чтобы сделанное зря не пропадало, написал Стрельников собственное произведение, положившее начало советской историческо-бытовой оперете, с которой и открылся Ленинградский театр. Я честно повторял этот бред, потому что так написано, а я послушный и дисциплинированный. Но вы, мои слушатели, люди умные и проницательные. Поэтому подчивать вас липовой настойкой я не стану. Тяжело поверить, что, получив музыку новой опереты Кальмана, кто-то сразу пригласил композитора, чтобы ее по ходу постановки переписывать. Звучит смешно и дико. Но вот либретто – тут другое дело. Мы знаем, что разные литераторы трудились, чтобы сделать «Принцессу цирка» приемлемой для русскоязычного слушателя. Но вы можете представить себе опытного либретиста, работающего для музыкальных театров, написавшего либретто, которое не сходилось бы с музыкой так, что пришлось писать ее заново. Представьте себе историю. Большой театр получает партитуры Тоски, Пуччини, но перевод, а у нас оперы тогда переводили, не совпадает с музыкой, тогда переводчик приглашает своего знакомого композитора, и тот пишет оперу, немного напоминающую Тоску Пуччини, но свою. Так и с оперетой «Холопка». Переводили один спектакль, а получился другой текст и с другой музыкой. Бред? Бред. Но как тогда объяснить это? Вот гусарская песня мистера Икс из «Принцессы цирка». Эй, гусар, лезь любовь и веселись, полка гусар. Эй, гусар, знай, что игра возглаждает сердце жар. Любви все безусловны, успехом избалованы, и если нам красавица нравится, долго мы не ждем. Откладывать признание нет смысла, нет желания, одной лишь нежной фразой сердце сразу мы в плен берем. Эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя.
года прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты не даром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди, счастью навстречу иди. Твердить как можно меньше нам, о чувствах надо женщинам, и это без сомнения мнение каждого из нас. Этому противиться, тому не посчастливиться, внушали это каждому не однажды, мы всякий раз. Эй, гусар, эй, гусар! А это уже гусарская песня Никиты Батурина из опереты «Холопка». Эй, гусар, эй, вино из полных чар, и песню пой. Коль влага в чарах пенится, гусары пить не ленится, пусть в мире все изменится, не устанет ты, гусар. Но встретится красавица, так сердце миг расплавится, гусар вовек не старится, не остынет сердце жар. Эй, гусар, пей вино из полных чар и песню пой. Эхо, други, лунная ночка, да серый конь лихой, бег в табор к цыганам, там пир идет горной, черные очи мне сердце жгут, до самой полночи уснуть мне не дают, а губы, как кровь, черная бровь. Под семиструнный звон гитары до нас ушим наши чары. А губы как кровь, черная бровь, счастье сулят нам. Здесь немного еще принцессы цирка. Время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви, счастье лови. Помни, что ты недаром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастье не жди, счастью навстречу иди. Время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты недаром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастье не жди, счастью навстречу иди. А на закуску чуть-чуть инструменталочки, и сами решите, откуда она. Такой пример совпадения. Но если Стрельников не перерабатывал принцессу цирка, что вы сами поняли, ни в какие цивилизованные рамки не лезет, то получается, что он просто стащил музыкальные темы. Но и это не так. Зная биографию композитора, я могу это утверждать. Но в чем же тогда дело?
А правдивее всего оказалась байка, искренняя, как смех ребенка, и от которой редко улыбающиеся театральные историки отмахнулись. Но она имела место. Когда писатели Геркин и Рапопорт трудились над русской версией «Принцессы цирка» и написали историю, действительно напоминающую судьбу мистера Икс, композитор Стрельников сказал, что под такое чудесное либретто напишет свою музыку. И когда ему ответили, что там-то музыка Кальмана, Стрельников поспорил на бутылку шампанского, что напишет оперетту не хуже Кальмана. Вот именно по причине спора музыка так напоминает Кальмана. Если история звучит легкомысленно, то нужно познакомиться поближе с ее основными действующими лицами. Композитор Николай фон Мензенкампф, внук генерал-лейтенанта фон Мензенкампфа, сын статского советника фон Мензенкампфа, троюродный брат Сергея Рахманинова, даже будучи композитором, не мог не оставаться в душе гусаром. Он умудрился при советской власти не менять фамилию. Только в свои произведения он подписывал девичьей фамилией матери Николай Стрельников. И так странно звучало, заведующий информационно-правовым отделом наркомпроса Николай фон Мензенкампф. У композитора уникальная биография. Он учился одновременно музыке и юриспруденции. И уже это роднило его с Кальманом, который тоже должен был быть юристом. Но в отличие от Кальмана, юридическая карьера юного фон Мензенкампфа складывалась блестяще. Императорское училище правоведения он окончил золотой медалью. Уже в 1915 году надворный советник Николай Михайлович фон Мензенкампф служил секретарем 5-го гражданского департамента судебной палаты Петроградского окружного суда. Был награжден орденом Святого Станислава. По представлению училища был приглашен в качестве репетитора в императорскую семью. В это же время он учился композиции у Лядова и публиковал музыкально-критические статьи в петербургских и московских газетах и журналах. Какое же чувство справедливости должно было быть у этого человека, если, имея такие привилегии, он пропагандировал необходимость либеральных реформ российского законодательства, помогал революционерам и после революции примкнул к большевикам. Был ими назначен заведующим информационно-правовым отделом наркомпроса и руководителем музыкального отдела Петроградской газеты «Жизнь искусства». Вел музыкально-просветительскую концертную деятельность в армии, на флоте и в рабочих клубах. Публиковал книги с биографиями известных музыкантов. Одновременно, как видный специалист по трудовому праву, был избран председателем особого отдела Петроградского народного суда. С 1922 года Николай Михайлович Мензенкампф уже без приставки «фон» прекратил юридическую деятельность и до конца жизни работал заведующим музыкальной частью и дирижером в ленинградском ТЮЗе. Конечно, в 1935 году надворный советник фон Мензенкампф не мог не быть арестован. К счастью, его друг, также юрист-композитор Юрий Шапорин, не побоялся обратиться напрямую к Сталину, и Мензенкампфа освободили. Вот немного о композиторе Стрельникове, о зачинщике спора. Второй спорщик был не менее родовит. У либретиста Евгения Геркина была вторая фамилия, которая писалась через черточку. Он был Геркин Боротынский. Это фамилия его матери. Но Евгений, будучи хорошим поэтом и переводчиком, не решился подписываться Евгений Боротынский. Хотя бы потому, что выдающийся русский поэт Евгений Абрамович Боротынский уже был до него и приходился к Геркину прадедушкой. Евгению Геркину революция ничего хорошего не принесла. До революции он печатался в самых больших и известных журналах и поэтических сборниках. Он печатался и после революции, но, будучи монархистом по убеждению, идеологически выдержанные стихи сочинять не смог. Поэтому больше уделял времени переводам для театров, в том числе известных оперных постановок. Евгений Геркин и написал либретто «Холопки». Ему не повезло. В 1933 году он был привлечен по делу ленинградских гомосексуалов.
Дело заключалось в том, что статьи за гомосексуализм не было, и всю эту братью просто обвинили в контрреволюционной деятельности и шпионаже. Геркину дали 10 лет, но он отсидел 20 и был выпущен сразу после смерти Сталина. Но все это было позже, а в 1928 году два родовитых дворянина, как тогда говорили, из бывших, великолепно образованных и талантливых, могли поозорничать. И действительно, что стоило выпускнику Петербургской консерватории, кузену Рахманинова, с которым тот занимался музыкальной композицией, ученику Лядова, написать оперетту не хуже Кальмана? Особенно на спор. Николай Мезенков, Стрельников, честно заработал свою бутылку шампанского, в чем мы можем убедиться, прослушав дуэт Виолетты и Андрея из опереты «Холопка». Звук отцов твоих внимая, дар небес храня, близок я к тебе мечтая, к счастью близок я, отблеск света. Это был дуэт Виолетты и Андрея из оперетты «Холопка». Евгений Геркин действительно написал сюжет и либретто для ленинградской версии «Принцессы цирка» очень хороший. Я думаю, что большинство слушателей хоть раз смотрели спектакль или фильм «Крепостная актриса». Но для тех, кто не знает сюжет, я вкратце расскажу.
Ведь авторы должны были сохранить человека в маске, коварного графа и обманутую героиню. Действие происходит в России в конце царствования Павла I. В Петербург приезжает певица Виолетта Леблан, бежавшая из Франции из-за того, что назвала Наполеоном тираном. Ее спас и помог бежать незнакомец, о котором Виолетта часто вспоминала. В Петербурге она должна была выступать с крепостным театром графа Кутайцева, бывшего бродобрея царя. На театральном карнавале к гусару графу Никите Батурину подошел человек в маске и снял ее. Это был Андрей, брат Никиты, который родился от крепостной. Но их общий отец не подумал, что родившийся от крепостной сам становится таковым и умер, не позаботившись о вольной. Андрей же беззаботно учился и жил в Париже, когда его брат, гусар Никита Батурин, спустил все имущество и крепостных, в числе которых был и брат Андрей. Андрей вернулся из Парижа следом за Виолеттой, потому что именно он спас ее во Франции от расправы. Вот такая завязка. Это, конечно, было серьезнее и интереснее того, что было написано либреттистами Кальмана. Обман графа от Кутайцева заключался в том, что он обещал написать вольную Андрею, если тот женится на Виолетте Леблан. Она вышла замуж за Андрея, как за брата графа Батурина. Но после венчания Кутайцев объявил, что теперь Виолетта стала его крепостной. Конечно, история закончилась хорошо, как и положено в оперете. Но, по-видимому, все, что касалось либретта к принцессе цирка, было обречено висеть на клюквенном дереве. Потому что Геркин тоже почему-то написал странную развязку превращения графа Андрея в крепостного холопа Андрея. Видимо, следуя за текстом мистера Икс, который после своего разоблачения ушел с артистами, Геркин решил, что и этому герою нужно удалиться. И вот в самый драматический момент, когда Виолетта упрекает любимого, что он сделал ее крепостной, Андрей выскакивает на улицу и уезжает на лучшей тройке графа. Счастливая развязка происходит уже за границей, в гостинице, где оказались все герои. Повторюсь, что, видимо, все либреттисты принцессы цирка должны были рано или поздно свихнуться, потому что поэт и писатель, дворянин Геркин Боротынский, здрама в уме не написал бы, что его герой убежал, бросив любимую в лапах влюбленного в нее графа, притом в роли бесправной крепостной. Но если оставить в покое такую мелочь, то в целом сюжет хороший. Много интересных образов, которые открывают артистам большие возможности на сцене. Вот и решили наши спорщики не отдавать сюжет под Кальмана. А в качестве предлога взяли несоответствие музыки Кальмана российскому быту конца XVIII века. Видимо, они убеждали в этом глухих. Потому что достаточно было послушать любую арию, написанную Стрельниковым, чтобы понять, здесь Россия XVIII века тоже не пахнет. Хотя музыка прекрасная. Вот, например, выходная ария Виолетты со встречающими ее гусарами. Yeah!
Это была ария Виолетты из оперетты Стрельникова «Холопка» в исполнении Светланы Варгузовой. Не очень навевает мысли о России павловских времен. Конечно, Стрельников мог стилизовать музыку под любой стиль и эпоху. Но у него такой задачи не было. Спор предполагал написание музыки Кальмана не хуже, чем у самого Кальмана. Примером могут служить те номера опереты, в которых все же звучит русская тема. Особенно знаменитая «Зимушка-зима». Но и здесь проявляется мастерство Стрельникова как композитора, очень тонко чувствующего стиль. Потому что если вы прислушаетесь и попробуете услышать мелодию без колокольчиков и настойчивого ритма «Бегущей тройки», то вы услышите и здесь Кальмана. Немного из начала песенки Бонни из «Сильвы» и даже дуэта Тони и Мари из «Принцессы цирка». Прислушайтесь. Запушили, пусть метели, стонут сосны, стонут ели, и мороз крепчает и трещит. Не выходит песня из ума. Хороша ты, матушка, зима. Эй, вы, залетные! Сута, ночь вчера мела метелица, ковром пуховым снег сегодня стелится. Тепло в санях, не страшно мороз, медведь в ногах, в платок упрятан нос. Взоры девички, как небо синее, ресницы длинные, покрыты инеем. По столбовой летим с тобой стрелой, синят бубенчики под дугой. Тучи, ходит ветер, снег и тучи, кухи щит и девушка. Мчимся поле, мчимся круче, миновали лес дремучий, щечки поле ярче алых роз. Не выходит песня из ума. Хороша ты, матушка, зима. Сута, ночь вчера мела метелица, ковром пуховым снег сегодня стелится. Тепло в санях, не страшно мороз, медведь в ногах, платок упрятан нос. Взоры девичьи, как небо синее, ресницы длинные, покрыты инеем. По столбовой летим с тобой стрелой, синят бубенчики под дугой. Запушили, пусть метели, стонут сосны, стонут ели, и косищет молодой ямщик. Словно ветер, словно птица, по дороге тройка мчится, в той самой танце кулики. Не выходит песня из ума. Хороша ты, матушка, зима. Это был дуэт из оперетты «Холопка». Конечно, после премьеры спектакля в Ленинградском театре опереты в 1929 году, после большого зрительского успеха, критики пытались кусать авторов за то, что музыка не соответствовала либретто, но им пришлось смириться и с этим, и писать, что просто автор создал первую советскую историческую оперетту в неовенском стиле. Не всем это понравилось. Я имею в виду сочетание советского и венского. И первым противником этого явления стал Исаак Осипович Дунаевский. У него на этот счет было свое мнение. Но мы поговорим об этом в другой раз. А с вами был ваш гид и попутчик по музыкальным дорожкам Аркадий Зильберман.